все спешим за чудеса. Магия Антонова – это магия композитора и магия исполнителя. На втором курсе после постановления запретить аккордеон как буржуазный инструмент. И куда я на баян? Я начал учиться на баяне. Фантастический тираж его альбомов 50 миллионов любому из отечественных артистов до сих пор может только сниться. От печали до радости. Начальники думали, что закрывали его, он возвращался в дворцы спорта и стадионы собирал. Любимые песни, цікавые истории, душевное интервью. Народный артист России Юрий Антонов «Мары сбываются» на «Беларусь-3».